Вітаємо вас на світлій хвилі. Продовжується, триває наш цикл програм богословських бесід. Ми запрошуємо сюди богословів, проповідників, євангелістів, які розповідають і науково, і водночас і популярно про Біблію і різні актуальні теми. Минулої зустрічі ми говорили про ідею, ідеологему, ідеологію і пропаганду. Цікаве було обговорення і згодом навіть в інтернеті після виходу цієї програми. А сьогодні не менш актуальна тема, пов'язана із церквою та державою. Це може бути і українська держава, як приклад, і взагалі у прикладі такому взаємостосунки між церквами, церковними об'єднаннями і державними органами у різних країнах світу. І сьогодні ми поспілкуємося із академічним деканом магістратури факультету лідерства Української євангельської теологічної семінарії, магістром богослов'я із біблійним дослідженням. Це Федір Федорович Райчинець. В прямому ефірі тривають богословські бесіди. Спільний проект Світлого радіо та Української євангельської теологічної семінарії. Добрий день. Добрий. Отож, формально церква і держава у нас відокремлені. Церква відокремлена від держави, держава від церкви. Це добре? Ну, давайте скажем так, що вони декларативно відділені друг від друга, но в реальній житті, то, що я люблю повторяти, що нету місії церкви вне общества, нету общества вне політики. Поэтому в реальній житті це все дуже... гораздо сложнее, оно переплетается, пересекается. И я воспринимаю это утверждение, конституциональное утверждение, как заявленное, но находящееся в постоянном процессе достижения и напряжения. Поэтому, когда мы говорим, что церковь отделена от государства, это скорее декларация, нежели реальность. За оці 23 роки, коли, ну, навіть 22 роки, так, у 92-му році ми здобули от таку вже свободу віросповідання на законодавчому рівні. Як видозмінювалися стосунки церкви, держави? Ну, во-первых, я не совсем уверен, что мы получили свободу, потому что если бы мы ее получили, мы бы жили в других. У нас открылась возможность для какого-то свободного становления независимого государства. Естественно, в этом процессе, ну, давайте, учитывая то, что мы даже согласно с законами, мы полиэтническое, полирелигиозное государство, и к счастью и к сожалению большому, на территории Украины проживают церкви, которые унаследовали разные традиции взаимоотношений церкви и государства. Это есть и Восточная Православная Церковь, которая, опять же таки, декларативно заявляет симфонию, то есть взаимоотношения церкви и государства. Это и есть Римо-католическая, которая приняла или унаследовала вот эту историческую модель двух мечей. И есть вот эта протестантская модель, которая, кстати, отображена у нас в Конституции, это церковь отделена от государства. Поэтому у нас очень каждая церковь выстраивает, по большому счету, отношения с государством в соответствии со своими традициями и со своими историческими моделями. Поэтому у нас говорить о том, что есть какое-то однообразие в этом вопросе, это не понимать ту реальность, в которой мы живем. Поэтому в каждой церкви складываются какие-то свои взаимоотношения между церковью и государством. Вот то, что мы видели в предыдущей власти, это отдавалось предпочтение Киевскому патриархату. Московскому. Я имею в виду при Ющенко. Теперь уже, да, при самой последней власти отдавалось предпочтение Московскому патриархату, и поэтому другие церкви как-то оставались в тени. Поэтому говорить, когда але не були в утиску, скажімо, просто в тіні, але не зазнали утиску. Ну, как сказать, Януковичу понадобилось 2 года, чтобы ему кто-то подсказал, что надо вообще-то приглашать не только Московский патриархат, приглашать вообще все религиозные объединения. И первые 2 года его правления, а так называемый совет церков при президенте Украины, они просто оставались, ну, так, не в удел. Для наших радіослухачів розкажіть, от ви співпрацюєте із проповідниками і, власне, тими, хто працює в церквах різних і протестантських, різних конфесій. Я тільки що з конференції, де приймав участь і православний, московського патріархата, і інші якісь, звісно. Да. Церкви, релігійні об'єднання із державою спілкуються через які органи?
І наскільки вони підконтрольні зараз? От розкажіть нашим радіослухачам. Підзвітні? Ну, конечно, подотчетны те церкви, которые, скажем так, у них есть официальная регистрация от государства, и поэтому, конечно, им приходится, у которых есть имение, зарегистрированное государство. И этот Майдан очень хорошо продемонстрировал, потому что те, кому не было, что терять, они более активно выступали на Майдане. Те, кому было, что терять, тоже осмеливались некоторые выступать, а некоторые из-за того, что было, что терять, или находились под какими-то особыми отношениями с государством, или, скажем, с отдельной властью больше, нежели с государством, то, конечно, они были связаны, у них не было вот того, что, чем церковь должна обладать, вот этим пророческим голосом. А для того, чтобы она обладала пророческим голосом, для того, чтобы она любой власти могла говорить не то, что власть хочет и готова слушать, а то, что хочет Бог, то, что ожидает народ, то она должна быть независимой, естественно. А яка, от ви гадаєте, ідеальна модель співпраці між віруючими людьми і церквами, як об'єднанням цих віруючих людей, і державними органами? Я боюсь, що ідеальної моделі не існує. Ну, як ви гадаєте, що б це могло бути? Хотілося б просто, щоб церков оставалась церков'ю при любой власти. А когда церковь будет оставаться церковью, верной своему Господу, то у нее не может быть идеальных взаимоотношений ни с какой властью. То есть, если церковь остается верна своему призванию на этой земле, а это значит, что она верна Господу в первую очередь, а не царю, правителю, государству і так далі, то у нього просто не може бути ідеальних відносин. Ми зараз от можемо вивчати, вже, здається, у 9 класі у середній школі вивчають правознавство, і там перший розділ «Держава право». Ось ці цінності держави, те, що людина є, найголовніша цінність у державі – це життя людини, те, що людина є вільна, її свобода, свобода пересування, свобода думки, свобода віросповідання. Чи правильно сказати, що усі ці цінності все ж таки дала церква у час європейським державам? Безусловно. Я думаю, що це дала християнська, іменно християнська церковь, яка освободила чоловіка, яка предоставила чоловіку свободу вибору, но это еще не значит, что предоставив эту свободу человеку, человек ей умело распорядился. Как говорил классик Федор Михайлович Достоевский, у свободы двое детей, да, одно зло, одно добро, потому что он говорит, если только одно дитя было по имени зло, то тогда бы мы справа могли винить Бога за все зло, происходящее на этой земле. Поэтому, конечно, это все благодаря христианству, христианской культуре и традиции, но это для меня это не данность, это некий процесс. И поэтому, когда человеку предоставляется свобода, это не значит, что он стал свободен. Это значит, что он стал на путь, который может его привести к свободе или к псевдосвободе, порабощению. То есть или-или. Нагадаю, що ми спілкуємося із магістром богослов'я Федором Райченцем у прямому ефірі. Тепер до вас таке запитання. Ми чули не раз дискусії і помітили вашу участь у цих дискусіях, скажімо так, і в інтернет-просторі. Вислів щодо вислови щодо влади, те, що навіть у думках своїх не думає щось погане про владу, інше – це уся влада від Бога, і кожен по-різному це розуміє, особливо у світлі останніх подій. От як ви можете розтлумачити ці цитати, ставлення до влади? Ну, очень просто. Безусловно, всякая власть от Бога, здесь нет никакого сомнения. Но это не обязывает власть действовать по-божьему. Это не значит, что власть, допущенная Богом, будет вести себя в соответствии с Божьими заповедями и так далее. Поэтому я эту фразу понимаю так, что да, Бог иногда допускает власть, которая приходит для того, чтобы испытать церковь на ее верность Господу. Поэтому она себя будет вести абсолютно безбожно, и благодаря такому вот поведению она раскроет и свое лицо, и может раскрыть те симпатии церкви, которые, может быть, за которыми прикрывалась верность Господу, но ее на самом деле там не было. Поэтому, да, всякая власть от Бога, но это не значит, что власть будет себя вести по-божьему. Вот я бы вот так прокомментировал эту фразу очень коротко. Влада намагається завоювати симпатії, будь-яка влада в будь-якій країні намагається завоювати симпатії керівників церковних об'єднань, ну а разом з тим і віруючих людей. Ну, крім більшовиків, вони могли спокійно їх розганяти. 100%, тому що, коли церква
гнев на стороне власти, то это мощнейший сигнал обществу, что Бог благословляет действия власти. Поэтому, например, я прожил 12 лет на Балканах, видел, как, объявляя войну, священники стояли рядом с президентом, и это был мощнейший символ и посыл обществу, что вот то, что мы сейчас будем делать страшное, якобы одобряет Бог. Поэтому, естественно, церковь, государство никогда не брезговало использовать авторитет церкви для каких-то своих порой гнусных, порой очень грубых, очень страшных политических интриг и игр. Ну, эта история полна этого всего, поэтому это отрицать смешно просто. Але є рухи і назустріч. Тобто не тільки від влади до церковних лідерів, але навпаки церковні лідери інколи шукають такого контакту. А для чого, за більшого? Це якісь впливи? Ну, обычно ищут особенного контакта, это, скажем так, маргинальные церкви, потому что маргинальные церкви, имея контакт с властью, это служит таким общественным утверждением себя. То есть мы что-то значим, мы что-то собой представляем, с нами считаются, с нашим мнением считаются, но это как бы одна из граней, то есть это не значит, что они только ради этого ищут. Но, естественно, любой маргинальной религиозной общине, признание власти в любом государстве – это важно. Важно для их общественной миссии, для их социальной вовлеченности и так далее. Поэтому я бы вот эту грань пока только выявил как одна из возможных граней, для чего церковь ищет и выходит на контакт с властью. А другое – есть церкви, которые заигрывают с властью. Эти игры тоже потом могут по-разному аукнуться в зависимости от того, как будет себя вести государство. Потому что государство всегда имеет четкую религиозную политику. Церковь не всегда обладает четкой политической позицией. У государства всегда есть четкая религиозная политика. Она знает, что церковь должна быть где-то в орбите ее влияния и контроля. Тогда эта церковь может послужить разным политическим целям этой власти. Чи має держава і якісь певні спеціальні державні органи, вони є майже в кожній країні, та в кожній, і у нас теж є і відповідний департамент із справ релігії при Міністерстві культури, раніше це був окремий комітет із релігії та національних меншин, він так називався, так. Очолював його Маломушик і потім у розвідку пішов, ну такі якісь спеціальні, скажімо, люди, спеціальні служби. Ми зараз помічаємо, що і в усіх трьох гілках християнства, основних, які представлені тут в Україні, православ'я, католики і протестанти, з'являються час від часу різні такі сектантські рухи, тобто відхилення від правильного богослов'я, інколи із такою негативним впливом на людей, які перебувають у таких об'єднаннях. Держава має якось контролювати це? Ну, государство всегда себя ставит в очень такую уязвимую позицию с законом о свободе совести. Потому что раз уж мы предоставляем свободу совести, которая строится на трех постулатах, вы имеете право исповедовать любую веру лично и публично, вы можете не исповедовать никакую веру лично и публично, и вы можете менять веру. То есть вот на этих трех постулатах строится любой закон о свободе совести. Естественно, когда мы предоставляем свободу совести, понятно, что мы у этой свободы совести будут не только позитивные какие-то проявления, но будут и негативные проявления. То есть будут появляться самые разные секты, самые разные культы, которые, конечно, иногда ассоциируют себя с церковью ради общественного утверждения, но иногда они действительно несут деструктивную какую-то миссию в обществе. Конечно, для таких деструктивно действующих на общество сект государство должно действовать в рамках Конституции и закона о свободе совести. А там есть и ограничения. Там есть не только свобода и право, там есть обязанности и там есть ограничения. Вот как раз в этих гранях ограничений и обязанностей государство должно действовать в этом отношении, по отношению к этим культам и сектам. Для наших радіослухачів, які відвідують церкви, читають Біблію, це не може бути новиною, так само, як для вас, для богослова, величезна кількість пророцтв, що в останні дні буде все більше таких перекручення, буде
перекручення Євангелія, тому не дивно, що останнім часом і з'являється все більше таких от і покручів релігійних, і в українському, зокрема, релігійному житті. Тобто все це більше активізується. Ну, я не люблю піднімати поняття «последнього времени», відносити то, як себе. «Последнє время» почалось з першим приходом Ісуса Христа, закінчиться з Його вторим. І от цих извращених Євангелій, вони були завжди. Нам всегда кажется, что мы живем в самое страшное время только потому, что мы не жили раньше и не жили в другое время и не будем жить. Поэтому, естественно, вот в этом эсхатологическом дискурсе Иисус Христос, когда говорит, что многие придут во имя Мое и многих увлекут за Собою, ну, естественно, мы свидетели и в наше время, что такие люди появляются. В Писании говорится, что многие будут проповедовать Евангелие из-за собственного обогащение, другие из-за любопрения, третьи из-за какого-то соперничества. Все это мы наблюдаем. И это, естественно, людей, как вы правильно в вопросе поставили, читающих Библию, не должно удивлять, но должно служить какими-то знаками, что мы все-таки живем в том реальном мире, в котором Иисус Христос нас предупреждал о возможных таких проявлениях в обществе. Ще такий негативний вплив від таких відхилень у тому, що преса, здебільшого, яка орієнтована на події і сенсації, роздмухує. І ми побачили, що це навіть стосується більше не протестантів, а от більш таких традиційних. Нещодавно скандал про священника, який відспівує на кладовищі собак, кішок. Тобто це інколи здається спочатку смішним, але ще інша функція – це дискредитація церкви і дискредитація християнства. Що я ніколи, нікуди не буду ходити, бо я побачу, що все це обман, і тут наживаються, там якісь незрозумілі речі відбуваються. Ну, не без цього. Но я думаю, що якщо ви, видя якісь відклонення, сразу впадаєте в те, що це відклонення присутствує. Тобто, очень опасно всегда обобщать. Вот есть потрясающая фраза: никогда не надо говорить никогда, и никогда не надо говорить, что все так делают, или все извращают, или все только зарабатывают, или все обогащаются и так далее. Потому что тогда мы впадаем, ну, в такой нигилизм, то есть от какого-то наивности доверия мы впадаем в вот такое недоверие, в нигилизм. То есть вот в церкви все только ради обогащения, в церкви происходят какие-то чудные вещи и так далее. То есть, конечно, говорить, что этого нету, ну, это отрицать реальность. Говорить, что это везде, ну, это тоже отрицать реальность. Поэтому я бы все-таки и призываю людей, ну, если где-то есть что-то сомнительное, ну, не надо сейчас сомнение свое накидывать на всю христианскую богатую, разнообразную традицию. Потому что, поверьте, там есть очень много очень порядочных, очень честных людей, которые, ну, скажу так, когда-то Макс Вебер, поскольку мы говорим в контексте государства и церковь, сказал, что есть политики, которые живут ради политики, а есть политики, которые живут за счет политики. Так вот, я бы сказал так, есть много христиан, живущих за счет христианства, а есть, которые живут ради христианства. Вот. Причем давая, жертвуя себя ради вот этого христианства. Но не надо говорить, что все живут за счет, и не надо говорить, что все живут ради. Да? То есть, ну, вот где-то вот так вот тонко розгранічує, я би сказав. Я ще хочу з вами поговорити про лідерів трохи згодом, тому що у вас є факультет лідерства. Чи зможемо ми запропонувати віруючі люди, церкви, і, зокрема, для держави якихось цікавих лідерів, людей, які зможуть змінювати щось на краще, на ліпше в нашій державі. Але щоб закінчити ось такі стосунки, оскільки ви представляєте зараз в цьому ефірі Українську евангельську теологічну семінарію, таке уточнення, я не знаю, останні новини, щодо Міносвіти і таких от закладів духовних, духовної освіти, вже визнані всі ці дипломи, рівні, наукові ступені? Наскільки я знаю, що ні. Тобто це все ще в процесі і это такой длинный темный туннель, свет видно в конце, но туннель никак не заканчивается, как сказал Жванецкий. Мы в процессе какой-то реформации в образовании, вернее, обновления образования, но пока еще, насколько я знаю, может быть, я что-то
пропустил где-то, но я думаю, что я бы знал, что нет, пока еще не признаны духовное заведение. То у вас немає, и, ну, відповідно, це важко зараз. У нас есть аккредитация от Европейской аккредитационной ассоциации, но у нас нету от государства. То есть у нас нету лицензии от государства, у нас нету государственной аккредитации. Вот такой вот. Ну, це важливе питання, це є на чому працювати. Очень, да, очень важно. Мы неоднократно встречались с представителями, ну, на протяжении последних 8 лет, представителями Министерства культуры и образования, и мы требовали от них какого-то точного, четкого списка, что мы должны сделать, чтобы быть признанными, но нам даже не предоставили четкого списка. То есть мы готовы идти к этому направлению, но пока не знаем, куда точно надо идти. Ну, бо це має, по-перше, практичні виміри, коли людина справді ваш студент закінчує, він має визнану державою, а ваші викладачі, науково-педагогічні працівники, це відображається на їхньому 100%. Стажі і наукових ступенях, і пенсії. Ну, от парадоксальна така ситуація. Наш випускник може поступати в любое європейське, американське заведення, йому будуть признати, а от в нашому государстві не може. Ну, от таке от. Але, значить, є над чим працювати. Безусловно. І ми відкриті і готові працювати в цьому напрямку. Я нагадаю, що в нашій студії Федір Райчинець, академічний декан магістратури факультету лідерства Української євангельської теологічної семінарії. Теологія віри, життя, любові. Ви слухаєте богословські бесіди. Федір Райчинець в нашій студії, триває розмова, оскільки ви є академічним деканом магістратури факультету лідерства Української євангельської теологічної семінарії, то і запитання у контексті спілкування держави і церква. Ми як церква можемо запропонувати лідерів нових, і хто це має бути? Може підготувати церква і семінарія, зокрема? Ой, це хороший, але дуже складний вопрос, тому що наверное, может, но дело в том, что мы должны учитывать, что церковь живет жизнью того общества, частью которого она является. И ожидать, что в воскресенье туда приходят люди с другой какой-то страны, нет смысла. То есть это люди приходят с того же общества, и мы видим, что общество наше сегодня болезненно переживает вот этот кризис, нехватку каких-то личностей ярких, с четкими убеждениями, которые могут действовать в соответствии с тем, что они верят. И действовать не только ради чего-то, но иногда и чаще вопреки чему-то. Наша программа по лидерству, она как раз-таки предлагает уже существующим, состоявшимся лидерам как раз-таки переосмысливать собственное лидерство во свете священных писаний, во свете вот этих больших персонажей, характеров, как раз вот этих личностей, которых Библия описывает. И интересно, что Библия никогда не создает из этих личностей супергероев. Но сегодня в политике каждый политик представляется как некий супергерой, такой всемогущий, которого, если мы выберем, то он нас обязательно спасет. Вот мы как раз-таки пытаемся уходить вот от этой модели супергероев, всемогущих то ли полубогов, то ли суперлюдей, которые обладают какими-то невероятными способностями и качествами, и все, что им не хватает, это просто прийти к власти. То есть мы пытаемся мыслить лидерство гораздо скромнее, а мы уходим вот от того, что Иисус Христос является моделью лидерства. Я считаю, что Иисус Христос своей жизнью вскрыл все наши соблазны лидерства, да? И его лидерство, оно настолько радикальное, что оно нас пугает больше, нежели привлекает к себе. Поэтому нужно очень быть дерзким, смелым, рискованным, саможертвенным человеком, чтобы последовать за примером Иисуса Христа, последовать за Его примером лидерства. Что Его значит лидерство? Это служение. Это служить самоотверженно даже тем людям, которые Его потенциально предадут. Залишається кілька хвилин, тому такі вже питання більше загальні. Які зараз сучасні студенти семінарії? Ретельні? Чи так, похабцем вивчають? Ну, разные. Я би сказав, разные, но мені нравится тенденція, що приходять люди уже в семінарію не ті, які не поступили куди-то, не состоялись в чем-то, так пойду в семінарію. А от є хороша тенденція, коли люди сознательно приходять в
семинарию, понимая, что такое духовное образование. И, ну, вообще настоящего, я всегда говорю, не может быть много, поэтому настоящих таких, как вы сказали, ретельных или скрупулезных таких студентов, их не будет много, но они есть. И вот в них стоит вкладываться, в них стоит инвестировать и время, и знания, потому что я думаю, что эти люди, за ними будущее. Читають, досліджують. Бо зараз така от, знаєте, так термін називається... Больні питання задають. Клікова свідомість. Бо в інтернеті так клік, тобі ще не подобається щоденько. І вони не звикли читати годинами сидіти. Я вам більше того скажу. Я говорю, що сучасного Бога зовут Google, ібо він знає все. І Вікіпедія. А уровень сучасного знання – це Вікіпедія. Тобто це знати во всьому, але ні о чому конкретно. Тому, звісно, ми нікуди не дінемося від цього віяння часу. І, звісно, сьогодні у студента є велике іскушення вбити имя отдельного богослова или отдельного богословского понятия в Википедию, прочитать очень быстренько, не разобраться и так далее. Естественно, все это очевидно в их рефератах. Но на фоне всего вот этого есть те люди, которые серьезно очень относятся к богословскому образованию. Я говорю, что ради них вот стоит жить, стоит учиться у них, да, потому что для меня процесс образования все-таки состоит из нескольких составляющих. Это учиться, учить, но самое главное разучиваться. Вот, разучиваться от всего того, что не работает в вашей жизни, всего того, что, ну, никуда его нельзя. Вот это самая сложная часть образования, когда вас приходится разучиваться. На цьому програма завершується. Нагадаю, що в нашій студії Федір Райченець, академічний декан магістратури факультету лідерства Української євангельської теологічної семінарії, магістр богослів'я із біблійних досліджень. І це була програма із циклу «Богословські бесіди». Сьогодні ми говорили загалом про церкву і державу. Дякую за увагу.